Мы сейчас должны резко повернуться, откланяться вашим зрителям и говорить здравствуйте. 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 Ты смотри в экран давай. Еще раз здравствуйте. 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 Вы на канале Черничный хутор, где семья живет в лесу. К нам сейчас едут гости, но нам осталось немножко поработать. Нам надо, у нас уже фундамент готов, мы облицевали цоколь натуральным камнем, но надо его зафуговать. Поэтому сейчас быстренько зафугуем и ждем гостей. Сейчас цоколь вот в таком виде. Ну что, размешиваем фугу. Поняла, что долго ждать. Вадим специальным пистолетом пользуется. А Валентина через пакет. Я, наверное, с будущих хозяев еще сниму неустойку за то, что они испортили будку. Что вы сделали с крышей, а? Козлы безрогие. Целыми днями сидят на этой будке собачьей. И когда немножко подсыхает, мы сзади Валентины и Вадима проходимся сбоки с тряпочками. Вот. И это все замываем, вымываем, вычищаем. Фуга очень быстро сохнет. И получается вот так вот. Вот в этом месте уже подсохла фуга. Ну все. Останется только купить нам лак. Не видно. Не видно. Аля, тебя не видно. Не видно. Получается, на весь цоколь у нас ушло 6 квадратов камня, хватило тютелька в тютельку. Ушло 1,5 мешка клея плиточного и 25 килограмм фуги крупнозернистой. Не так уж много и пошло. Цоколь невысокий, 25 сантиметров всего лишь. Пока не застывшая фуга, то очень красиво выделяются камни. Но она подсохнет. Она у нас цвет графит. И будет не так уже выделяться. Но... Мы нанесем лак, и будет так. Нанесем лак, может, еще красивее станет, чем сейчас. Да. Так, друзья, давайте... Кто первый сейчас в комментариях напишет... Что нам осталось сделать для полной отделки наружки дома, тому высылаем сувенир. Что не готово сейчас в доме? Вадим! И ты победитель!
услышал? Тут все услышали. Ну ладно, может, кто быстрее напишет. Вадим уже победил, все. А у Вадима есть кружка. Все, хватит уже навать, пошлите вкусняшку готовить. Пошли тандыр распалим. Белка опять только что пришла и ударила двери. Вот вредина. Когда она уже к ним привыкнет. Смотрите. Это летучая мышь. Это, видимо, пчелка. Поймала и принесла, задушила летучую мышь. Боки, что это? Бад. Бад? Yes. Бад. Мышь летучая. Мышь. Летучая мышь. Ноктюна. Ночь активная. Да, ночь неактивная, правильно. Пока 0 градусов. Начинаем топить тандырчик наш. Ну, замывание самое тяжелое и долгое. Осталось раз, осталось 2 метра замыть и все. Я уже разжег. Тандыр. Короче, Вадим, сейчас мы с тобой что делаем? Мы с тобой ребрышки и картошку делаем. Готовим. А девчонки готовят языки и что вы еще? Галенку. И галенку. И все. Ну, и всякие мелочи. 2 метра, идем готовить. Все. Ребрышки для тандыра. И Валентина уже варит языки и галенку. В больших, огромных кастрюлях. По 2 ребрышка будем, чтобы в тарелку влазило хорошо, удобно было. Снова будет у нас финиковый мед. Сольки. Специи. И соуса немножко. Горчички немножко. За густое. Дадим немножко подсолнечного масла. Съедобно, да? Так тут соуса хватит еще и на картошечку. Картошку, если порезать тонкими кусками, то она быстрее приготовится. Если целую, то медленнее приготовится. То есть надо попасть, чтобы одновременно с мясом приготовилось. Это примерно половинка надо. Вот так вот, пополам. Жди очереди. Ты помимо всего мясного еще какие-то тарталетки наделала. Бутербродики наделала. Вот и все. Быстренько четвером все зафуговали, замыли. И
имеем право отдохнуть, имеем право принять гостей. Теперь у нас спокойненько душенька и совесть чиста, правильно? Осталось покрыть лаком. Белка! Белка! Я тебе тут больше сюда подстою. Я тебе подстою. Я тебе подстою. Ну, быстро сюда. Тандыр наш накалился, серьезно накалился. Приготовит нашу картошечку с мяском. Так, все три ряда положим. О, даже за много получилось у нас. Ничего страшного, где-то чуть-чуть два ряда получится. Вот так вот. Вставляем. И приток воздуха. Майка, на. А Злата никому не дает. Злата жадина. Это у тебя остатки от салатов? Да. О, походу уже и гости подъезжают. Вадим, надо доставать быстрее с тандыра все, пока не сгорело. О, вы забрались, товарищи. Ну, вы забрались. Ехали. Дик, привет. Ехали и приехали. Тяжело было нас найти, да? Тяжело было. Хорошо твои? Хорошо. Очень хорошо. Все, пойдемте доставать. Вы здесь как, не одичались? Наоборот, копье спрятала. Самое главное. Самое главное. Достаю. Получилось запеченное, как в печке. А как вы через Столинскую границу сало провезли? А легко. У нас связи. Спасибо. Это тебе, мой хороший. Девочек тоже, это на память. Сижу. Вспоминать нас. Так, Валюша, это вам, это Ваньке. Спасибо. Так, это, наверное, мусор. Ну, и это вам, я бы сказала, что, наверное, доставать не будет. Ну, вы даете, вы целую машину загрузили. Это, ну, не знаю, посмотрим. Потом сюрприз будет. Мы с Анизой нужно все показывать.
А, блюдце такое. Большое, огромное. Ну, как, не знаю. Кассетница, не кассетница. Спасибо большое. Пойдите за стол уже. Пошли. Да. А то мне не кажется. Вы такие теплые с машины. Да. Валя, и что ты не показала, как ты готовила галенку, как готовила языки? Я не показала. Потом с тебя отдельный ролик будет, короче. Это языки в сметане. Ох, и Валентина. Ну все. А что, говорить надо что-то? А что говорить? А я не знаю. Надо, ну вот, мы ехали, в гости ехали. А мы вас ждали. Долго ехали. Наконец, долго ехали. Лет 8. Меньше немножко. Хорошо, что доехали. Ну, хорошо, что хоть вы не на один день. Хоть завтра, может, хоть где-нибудь прогуляемся. Да, мы на это тоже рассчитываем. Посмотрим. Ну что, садитесь, Костя, дорогие. Ну, а как у вас грибчики? Ну, грибников в лесу нету, значит, наверное, грибов нет. Но мы сходим, обязательно сходим. Да, мы сходим завтра, сходим, посмотрим. Настольничье белый и красноголовый еще красноголовый. Посмотрим, может, у нас появились, мы просто, у нас не было времени ходить. Мы его с Вадимом последние три дня сидели. Пойдем. Все пойдем. Ну, пойдем. Все в лес. Все в лес. Она как видит кошики, она такая довольная, такая счастливая, сразу бегает. Но понимает, что сейчас грибы пойдем. Ой, пойдем, пойдем. Пошли погуляем, пошли. Любишь грибы собирать? Пошли, пошли, пошли. Идем, идем. Идем, идем. Идем в лес, да. А лисички сейчас какие-то, как доходики. Вроде бы и влага, но они не растут. Сентябрь, уже прохладно, наверное. Мало грибов, друзья. Вообще ерунду нашли. Не грибной год в этом. Побежал, побежал, побежал. Оп, 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 оп. Толстожопик. Опа, опа. Опять, давай, 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 давай. Пошел, пошел, пошел. Оп, оп, оп. Дик, нельзя. Не мешай ему. Дик.
Лера только что пришла, говорит, солидол пришел. Я говорю, не может быть, говорю. Солидол! Дай да фо! Фо дай да! Солидольчик, дик фо! Олька фо! Дик фо, нельзя, нельзя! Иди кушать дадим, солидол, иди сюда, солидол! Кушать, кушать, кушать! Кушать! Иди ко мне, Олька фо! Дик фо, иди ко мне! Солидол, иди кушать! А ты видел, у него опять пена? Солидол, иди сюда, иди к нам. Иди кушать, кушать. Солидол. Солидол. А мы-то по тебе соскучим. Ой, какой он лохматый. А какой он большой, как зубы. Солидол, иди сюда, иди к нам. Иди кушать, кушать, иди сюда. Солидол. Боки, боки, солидол, боки. Солидол, солидол, иди сюда. Иди к нам. Мы как раз боки рассказывали сегодня про солидол. Он такой лохматый, как медведь, да? Иди сюда. Солидол, иди сюда. Солидол. Ох, и зубы. Иди кушать, иди сюда, не бойся нас. Солидольчик. Иди сюда. Солидол, иди к нам, иди сюда. Ставь, ставь боки, ставь. Солидол. Они уже его забыли, он такой большой. А как он так подрос за этот месяц? А ты видишь, не вытянул он металл с носа. Да, так с носом. Кушай, солидол. Чего вообще пришел, скажи нам? Боки, как тебе? Боки. Боки. Дикий wild. 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 Wild pig. Дикий кабан. Видишь? Пена вообще просто. Пены столько у него много. Как они по нем соскучились, да? Слишком большой. Они уже его забыли, да? Булькафо. Фу, булька. Булькафо. А пены сколько у него, да? А как он подрос вообще? На чем, да? Что он ел? Солид... А такие лапы у него темные стали, да? У него, наверное, зимняя шерсть начала отрастать. Солидо. Булькафо. Он даже не из-за еды пришел. Еда есть, он овцы съели, он даже не кушает. Весь пенис. Слышишь, подписчики говорят, снимите у него кольцо, как с него снять кольцо. Он же взорвется, смотрите. Он же сейчас весит килограмм 150. Пошел, видишь. Сарай. Как какая ему ностальгия, да? Солидольчик. А тут уже и дети какие-то твои бегают. Солидол, back home. Да, вернулся домой, back home. Back. Yes, back home. Большой, да. Дети с ним у него есть. Ну что, закрываем? Нет. Закрываем. Да, закрываем и ножом его заколем, и убьем, и съедим. Нож, нож, боки, боки, нож. Нож? Ну, как найф? Ты? Найф. Неси найф, неси нож, будем его колоть. Нет. Что делать будем? Кросс. Фуд. Закроем. А, food. Yes, и фуд ему дадим. Inside, food, давай, inside. Давай. We'll go back. Давай его покормим. Молодец. Yes. Боки, молодец. Сейчас покормим его давай. Yes. Солидол, мы сейчас принесем еды тебе. Ты покушаешь, вспомнишь, yes. А потом тебя выпустим. Mm-hmm. Молодец, Боки. И кушать ему дадим. Фуд. Да. Давай. Кушай. Сарай у него овцы не заберут с козами. Солидол, на, кушай, на. На, солидол, на. Давай, солидол, кушай.
Ему не до еды, он не хочет кушать. Он не голодный. А что пришел тогда? Как зубр такой, угу. Да? Такой зубра-медведь, такой здоровый. Не ест. Не хочет. Выбежал, понял, что его закроют, выбежал, не хочет. Солидол. Медведь. Он не хочет кушать. Он не хочет ни кушать, ни пить, Боки. А что ты ему принесла? Воду. Воду? Там в лесу вообще он без воды, как он прожил вообще, ну. Боки, какую воду? Внутри. Внутри домик. А, ты думала, мы поставим ему еды, да. Воды и закроем? Нет, не будем, пускай гуляет. Пускай погуляет. Его не было, ну сколько? Вот ты сколько уже здесь? Ты больше, ты здесь полтора месяца, его он до этого еще неделю ушел. Да, почти два месяца его не было. Когда мы первый раз к нам приезжали? Когда на Припять приезжали? Да, на... One month? Ну да, месяца два его не было. Туман. Туман. А до этого год не уходил никуда, лежал под елками. Может, уже ночи холодные стали, уже еды меньше стало. Я думаю, сейчас час, и его здесь не станет. Как появился, так и исчезнет. Ну, а что он пришел? Вот смотри, что он пришел? Кушать он не хочет. Ну, пришел к девочкам. А девочки... Да, в лесу не нашел, наверное, сам, и все. Солидуал. Встреча. Надо ему так насыпать. Это невозможно. Не покормишь его. Но. Давай их загоним. Давай, забегай в сарай. Белка, Злата, кушать, кушать. Машка, Дашка, Белка, Злата, кушать. И поросята, и... О, наконец-то покушает. Уже за этих два месяца другая шерсть совсем, да? Ну. Да, солидол. Дети, солидол, смотри, какие дети у тебя маленькие. В шоке, они в шоке. Папа пришел. Все за папой. Где ты пропадал? Полтора месяца, да? В командировку ездил. Так Белая ж недавно гуляла неделю назад, он не приходил к Белой. Булькафо! Булька нельзя. Булька, иди отсюда. Пошла вон. На это.
Он уже зазлился, потому что любит поесть. Ему. О, начал есть. Я уже сама его боюсь. Думаю, я пришел, столько не хавалось, он могу тут... Не даете поесть, ага. Ну. Лера, а ты как увидела, что он пришел? Собаки на него начали гавкать? Ну да, собаки начали гавкать. Но он от них не убегал. А ты заметил, да? Да. Он не боится никого. Мы подумали, она говорит, он прибежал, говорит, к Солидол пришел. Я подумал, что маленький, она говорит. Нет, говорит, большой, говорит, маленький рядом, говорит. Булька. Булька, фо. Булька. Нельзя. Булька! Фу, я сказала. Солидолчик, кушай, мой хороший. Кушай, моя умница. Давай я тебя поглажу, давай. Солидолчик, не бойся. Ты мой солидол. Где ты был столько времени, а? Где ты был? На тебе, за ушком почешу тебя. Ты умница. Ты такой стал огромный кабан. Где ж ты такой большой стал, а? Будем на ночь закрывать его или нет? А не могу, что? Солидол. Не видел бабла. Я уже его боюсь. Солидольчик. Не видел бабла. Ты уже забыл. Да. Боюсь, у него такие крюки. Такие вот. Ну же ты его бочку погладь его. Погладь, он любит, когда ты его гладила раньше. Я боюсь. Давай я поглажу. Мне кажется, он сейчас накинется. Боюсь. Солидочка. Смотри, он забыл уже о еде. Смотри, ему так нравится. Смотри, ногу вытягивает. Гладь ему вот так под ножкой, он любит. Смотри, у него сейчас такое лицо беззащитное, думает, блин, завалили меня. Давай, почухай, давай ножку. Давай. Да я не достигну. Что, завалили Солидола. Он же корыто носом лег и все. Так ты, Солидол, за едой приходил или за лаской? Массажики тебе надо делать, да? Чухать тебе надо.
несмотря на то, что его не было дома 2 месяца, зрители его не забыли. Каждый день по 100 комментариев. Где Солидол? Вы Солидола съели? Где и почухать? У вас Солидол пропал. Где Солидол? А мы его каждый день вспоминали тоже. Каждый день ждали. И мы верили, что он вернется. Мы как раз с Боки сегодня рассказывали, что у нас есть дикий кабан. Что он ушел в лес. Его нету несколько месяцев. А мне Солидол дашь все проладить? Дай. Не бойся, не бойся, мой хороший. Я тебе тоже положу. Здесь у тебя. Он, главное, между лапами. Вот здесь он любит, да? Да, между лапами, лапы сами. Вот там, там, где нежная кожа, там, где самая нежная кожа. Он дальше ест, что ли? Чуть-чуть. Не, он не ест, он там что-то дожевывает. Давай, я сейчас тебя завалю. Что-то у меня не получается валить. Солидольчик. Какой у него, какая у него грива большая. Как он подрос, какая у него грудина. Он стал настоящим матерым кабаном. У него такой цвет темный-притемный. И даже здесь вот грива поднимается. Смотрите, какой он огромный. Я могу за ним спрятаться, и меня даже видно не будет. Он огромный просто. Не дай бог такого в лесу встретить, вот такого аппарата. Вонючий, да. Но он где-то в болоте обитает. Ты что пришел? Кушать не хочешь? Ты не голодный. Ты почесаться пришел или к своим дамам пришел? Ну что, сажусь на него, поедем. Не надо, не пугай его, не пугай. А смотри, какой у него хвост, как щетка. Угу. Это настоящий 100% дикий кабан. Доки, иди погладь. Почухай его. Солидол. Wild pig, да. Дикий кабан. Дикий кабан. Дома. Тогда не бойся. Дома. Не удивлюсь, вот первый раз он ушел на 5 дней, второй раз ушел на 7 дней, сейчас ушел на 2 месяца.
не удивлюсь, если он сейчас уйдет и его не будет на 3 месяца. Или он не вернется никогда. Может, мы его в последний раз видим. Но мы его выпустим, отпустим, мы его не будем ни загонять, ни убивать. Ему достаточно еды в лесу. А может, он действительно будет приходить, чувствовать, когда наши свинки гуляют, тогда будет приходить к ним, оплодотворять. В природе свиньи примерно рожают в марте. То есть, примерно, значит, в ноябре, в декабре идет спаривание. То есть, он сейчас побудет ноябрь, декабрь. Свинки может оплодотворяться. И уйдет опять. А вот этот, который на солидола похож, это от Зинки и от какого-то другого дикого кабана, но нет солидола. Но он мелкий, он был такой каким-то ходиком, самым-самым маленьким стаде. Видите, до такой степени он маленький напротив дикого. И до какой степени у него длинный лыч напротив смешанного. Баки, смотри, как надо заваливать его. Надо не сверху гладить, а снизу, вот снизу. Вот здесь, снизу. Вот здесь, вот снизу. Сидел, не смотри на меня так, я боюсь. Я реально тебя боюсь, я тебя 2 месяца не видел. Булька! Какой-то сексуальный маньяк, на всех уже кидается. Ладно, пойдемте за стол. Пускай гуляет. Наконец-то мы нашли первый продукт, который Боке не нравится. Ну как, она кушает, но не особо удовольствие получает. Невкусно, Боке. Нормально. Редиска. Вот редиску она не особо понимает вкус. Она первый раз в жизни ее ела. Не понравилось ей особо. Побыл солидол примерно всего лишь у нас... где-то 30 минут. Все, видите, Найда уже гавкает в стороне болота. Все, солидол уже на болоте. Пошел дальше. Покушал, посмотрел, что никто не гуляет, и ушел. Ждем его сейчас 2 месяца опять. Я думаю, что... До свидания, моя зайка. Было очень приятно познакомиться с тобой. Моя королева. Ну, обнимайся. Чего ты? Не стесняйся. До свидания. Все. Приезжайте еще. Все, вы тоже. Нет, уже вы к нам. Не забывайте. Валя сказала, спасибо за все. Было все. Валя сказала, супер. С июля по сентября все сейчас приедет. Хорошо. Давай, бай. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну все. Пока. Пока. Рядом мы сами сходили по пределу. Все. На бухту сама туда-сюда. Ну вам вообще повезло. Вы приехали за какие-то сутки. Пришел кабан, которого 2 месяца не было. На полчаса показался вам. Он чувствовал нас. Вызвали его. Все. Да. Пока. Давай. Все, счастливо. Все, пока. Пока-пока. Все, все уехали. Что делать будем? Я посмотрел прогноз погоды. 7 дней дождей. 7 дней дождей. Это 7 days rain. Yes, 7 days rain. Что будем делать 7 дней? Будем пока видео снимать, как дождь идет 7 дней подряд. Хороший контент. Yes. Cheering. Будем отдыхать?
чилинг, отдыхать. Отдыхать. Кукинг. Живот кушать. Будем готовить, давать животным кушать, да? Да. Что еще? Да. Будем, короче, спать. Спать. Есть. Есть. Yes. Готовить, спать, есть. Yes. Тяжелая жизнь у блогера, Seven, да? Days late. Seven days, да. Все, друзья, всем до свидания, всем пока. Пока.